Римляне прозвали меня тагодумным ужасным. Но для катавилаунов я был королем. Мы помним, как Рим пришел к нам. Сперва с миром, чтобы торговать. А потом с оружием, чтобы отнять все. Многих ослепило золото римлян. Но мой брат Каратак и я видели, каковы они. И сумели внушить им страх. Откуда же эти слова?
Что ты видишь, Сюнин? В этих пещерах кроется немало тайн и загадок. Заперто с той стороны. Thank you.
Мне открываются новые пути. Горю! Как в Муспельхейме. Здесь огонь течет, как вода. И несет смерть беспечно. Судя по испарениям, лучше держаться подальше. Thank you.
Придется подлатать. Еще один путь, но я продвигаюсь вперед.